День памяти алтайских святых. В Успенском кафедральном соборе Бийска состоялось торжественное богослужение. Основанием праздника послужил перенос мощей святителя Макария Алтайского из Москвы в Республику Алтай. Наша с вами задача – сохранить верность Святой Церкви, Святому Православию, который утвердил и даровал нам сам Господь Спаситель Иисус Христос. И мы веруем во Христа и веруем во Церковь. С приездом. Церковный праздник «Собор алтайских святых» отмечают с 2015 года. Он утвержден по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Дата празднования каждый год меняется, но это всегда первое воскресенье после 20 сентября. Кроме того, меняются и города, где проходит богослужение. Однако все они имеют отношение к алтайской митрополии. В этот раз чествование проводить мероприятие выпало Бийску. В Успенском кафедральном соборе прошла божественная литургия. Ее возглавил митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий. Ему сослужили архиепископ Горно-Алтайский и Чемальский Калистрат, епископ Бийский Белокурихинский Серапион, а также епископ Рубцовский и Алейский Роман. После богослужения торжество переместилось в городской дворец культуры, где состоялся праздничный концерт. В нем приняли участие церковные хоры и коллективы воскресных школ Бийской епархии.